Когда ФБР узнает какие-то сплетни или сведения, например, кого-то застукали с женщиной, и это не его жена, мы должны заносить это в наши отчеты. Все ваши тайны хранятся у нас. Давно вы работаете в бюро? 30 лет. Значит, храните много тайн. Представляю вам стража американской мечты. Марк Фелт, образец преданности, честности, смелости. Дамы и господа, наш лучший агент. Что случилось? Срочно приезжайте сюда. 5 человек были задержаны в Вашингтонской штаб-квартире Нацкомитета демократов. Мы знаем, что люди, вломившиеся в Уотергейт, лишь пешки в чьей-то большой игре. Вам запрещаются допросы сотрудников Белого дома без спецразрешения. Что? Через 2 дня завершаем расследование. Директор ФБР приказывает ФБР свернуть их собственное расследование? Страну поглотил, возможно, самый масштабный конституционный кризис за всю историю ее существования. Белый дом не имеет власти над ФБР. Никакой? Уверен? Никакой. За тобой правда. Они чувствуют это и боятся тебя. Никому не остановить беспощадный маховик расследования ФБР. Даже самому ФБР. Твои действия обрушат весь карточный домик. Это информация из засекреченного досье ФБР. Она есть у Белого дома, а теперь и у вас. ФБР сочло происшедшее в Уотергейте политическим саботажем? ФБР завелся шпион. Белый дом перепесочит весь город. Как высоко? Как высоко тянутся нити? Как насчет президента? И президент лжет? Все они лгут. В газете вам придумали прозвище. Глубокая глотка.